Всем привет, с вами Ольга Молодцова и канал «Вкусно дома». Сегодня мы приготовим очень вкусную сочную курицу с овощами в духовке. Для начала нарезаем тонкими слайсами картофель и кабачок. Выкладываем их на пергамент. Добавляем соли, перца и оливкового масла. Сверху выкладываем куриное филе. Также присыпаем сверху солью, перцем, сладкой паприкой и любимой сушеной зеленью. У меня орегано. Немного польем оливковым маслом и плотно заворачиваем пергамент со всех сторон. Запекаем наше блюдо в духовке при 180 градусах 20-25 минут. Легкое, полезное, ароматное и очень вкусное блюдо готово. К тому же так быстро и просто. Понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и пишите мне комментарии. На этом все, до новых встреч, пока!